Более 5000 водителей наказаны за незнание правил проезда пешеходного перехода. Кто-то намеренно нарушал правила, а кто-то считал, что пешеходы могут и подождать. А ведь из-за такой логики некоторых автомобилистов уже погибло 6 человек, еще 253 получили травмы. Это статистика ДТП за 7 месяцев. С начала текущего года к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам привлечено более 5000 водителей. Административное наказание за данное нарушение предусмотрено в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. И вот перед началом нового учебного года сотрудники ГИБДД снова вышли на дорогу. Они планируют провести разъяснительную и профилактическую работу как с водителями, так и с пешеходами, особенно с детьми. Школьникам раздадут памятки по соблюдению правил дорожного движения и световозвращающие элементы, а также брелоки, которые помогут водителю заранее увидеть пешехода в темноте. Поговорят полицейские с велосипедистами. Им напомнят, что проезжую часть нужно пересекать не верхом на двухколесном, а пешком, везя велосипед рядом.